Больше не россиянин. Министерство внутренних дел отменило решение о предоставлении российского гражданства предполагаемому исполнителю теракта в Санкт-Петербурге. Основанием для этого стало постановление Смоленского районного суда Санкт-Петербурга. Установлено, что отец Акбаржона Джалилова в заявлении с просьбой о гражданстве сообщил заведомо ложные сведения. По версии следствия, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга бомбу взорвал именно выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Число жертв атаки увеличилось до 15 человек. В пятницу скончалась еще одна женщина 60-го года рождения. Она находилась в крайне тяжелом состоянии. В больницах по-прежнему остаются 23 человека. Четверо находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего пострадавшими в результате атаки 3 апреля признаны более 100 человек. На месте также скончался и сам предполагаемый террорист Джалилов. Арестовано всего 10 подозреваемых в организации этого взрыва.